Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада снова приветствовать тебя на моем канале. Это уже по счету, дай-ка я посмотрю, а то я со счета-то уже избилась. Пятое видео за 5 дней, то есть пятое видео за неделю, что мы с Полиной снимаем для вас. И на сегодня у нас есть для вас капец какой приятный сюрприз. Во-первых, потому что мы это купили не только для себя, я это купила точнее, так как вы, я уверена, смотрели видео, где я говорила Полине «Да, 24 часа». Там мне Полиночка сказала, что купить куча поп-итов. Да, я заказала поп-итов, чтобы вы понимали, на 50 тысяч рублей. Да, я заказала попытов очень много, причем не только попыты, но и огромное количество слаймов. Девать нам это некуда, сегодня мы вам покажем, что мы заказали, и в моем инстаграме, ник вы видите сейчас на своих экранах, я раздам вам, а где вы узнаете эти попыты и слаймы. В общем-то, мы можем приступать, не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть ролики первыми. А мы вам прямо сейчас покажем, что у нас в этих прекрасных, огромных пакетах перед нами, которые вы не видите, лежит. Поверьте, там очень много всего интересного, мы очень хотим это поскорее открыть. Поэтому мы можем начинать. Сейчас мы будем по одному попыту с Полиной открывать. Итак, смотрите, у нас есть вот такой вот ярко-оранжевый попыт. Открываем его. Вот так вот он выглядит. Посмотри, какой красивый. Неоново-оранжевый. В общем, очень прикольный. Вот наш будет стол на сегодня с Полиной. Это вот такой вот бочонок слайма. Посмотрите, ребят, у нас есть вот такой вот бочонок, который мы сейчас с Полиной откроем. 1 килограмм золотого слайма. Полин, ты понимаешь? Куда мы его денем? Его есть даже нельзя. Просто 1 килограмм вот такого золота, ребят. Это просто с ума сойти. Дайте я камеру чуть-чуть вниз наклоню, чтобы вы видели. Чем, говоришь, пахнет? Фруктами, очень вкусно пахнет. Да, очень круто пахнет. Прям хороший слайм. Прикинь, 1 килограмм, да, я его достану? Ребят, вы только посмотрите. Вот это килограмм слайма золотого прямо сейчас у меня в руке. Давай растянем. Да, мы его девать будем. Ребята, посмотрите, слайм просто офигенный, блин, и руки я бы все его... в блестках. Да, и руки все в блестках, я бы его жмякала просто всю жизнь, посмотрите, как это залипательно, просто офигенный. Окей, дальше, я хочу... Но этот слайм, я напоминаю, ребятки, это будет наш стол на сегодня, так как на кухне мы решили сегодня не снимать этот видос. На очереди у нас какой попыт? Вот такой вот попыт в виде божьей коровки, сейчас мы его с вами потыкаем. Это Simple Dimple, ребята, дорогие. Это Simple Dimple? Да. Вот такие залипательные звуки. Я не разбираюсь, Simple Dimple попыт. Ребят, напишите, это Simple Dimple или попыт. Кто шарит? Но прям залипательная штука, я вам скажу, очень даже. Это такой пластмассовый, я все-таки склоняюсь к тому, что это поп-ит. Он вот такой вот красивенький, и он залипательный, он самый прикольный из всех, мне кажется. Он не тыкается. Тыкается очень даже хорошо. Посмотрите, ребят, вот так он выглядит. Все распакованные мы будем откладывать в сторону. У нас есть вот такой вот огромный зип-пакет, который мы открываем и высыпаем у нас поп-иты в виде лего. Посмотрите, вот первый поп-ит в виде лего, вот такой вот синенький. Тут еще буковки на нем. А, это как калькулятор. Он в виде калькулятора, видишь, что циферки? Сделали в виде калькулятора попыт. Вот этот попыт в виде калькулятора. Есть точно такой же, открывай желтый. Я открою пока малиновый. Я ногтями, конечно, ребят, своими тыкаю не очень удачно. Но вот такой вот малиновый попыт мне очень нравится. Просто офигенный. Полины желтый, вот такой вот. Распаковываем красного единорога. Стоп, я недораспаковала эти калькуляторы. Полина в этот момент распаковала красного единорога, который выглядит вот так вот. Блин, очень красивый, да? Офигеть. Блин, а как это залипательно? Кто вообще додумался придумать попыты? Блин, я реально не представляю, кто, но это реально очень классно. Откладываем. Дальше, погоди, наши калькуляторы дораспакуем до конца. Вот такой вот калькулятор-мозаика. Оранжевая, неоновая и фиолетовая.
Да, офигенная. Давай складывать нашу горку попытов вот сюда. Есть вот такой вот мятный, и это последний из того зип-пакетика. Я слышала то, что из них можно квадрат собрать. Да? Слышала, что да. Мне кажется, вряд ли из них можно что-то собрать. Но они собираются, да. Типа, видишь? Вот, ребятки, видите, мы пытаемся собрать, и в принципе получается. Но мне кажется, вряд ли из них что-то можно собрать. Но из них получается огромный такой прям нормальный попыт, я тебе скажу. Прям огромный. Огромный попыт. Ну, в общем, вот такой вот у нас пазл небольшой получился. Всю горку попытов сюда давай, которые мы открыли. Дальше у нас на очереди с Полиной вот такой вот синий попыт. Он квадратный. Я еще заказала большие попыты, которые прям огромные. Но мы их распакуем в другой части. Вот такой вот синенький, квадратный. Дай потыкать. Ой, попыт. Этот вообще не тыкается. Почему? Нормально тыкается. Ногтями только. Ногтями, а пальцами оно? Пальцы с стороны тыкают. Ну да, он не особо громкий. А, обратная такой. Сторона. Во, обратная. Все, суперский попыт. Дальше. Открывай вот этот. Наш попыт, однако, сложно открывается. Который, кстати говоря, в виде крабика. Вот такой вот он радужный. Давай проверим, как он работает. Отлично вообще. Мне нравится. Ребятки, обязательно запоминайте, какие попыты мы с Полиной открыли, чтобы написать в комментариях, какой вам понравился больше всего и какой вы хотите получить от нас. Потому что, напоминаем, эти попыты не только для нас с Полиной. Распаковываем сердечко фиолетово-голубое. Опа! Вот такое вот оно, красивенькое. Мне очень нравятся такие попыты. Ну и чё, как тебе? Палец даже не влезает, только ноготь. Очень маленькие тыкалки, скажу так. Так, следующий попыт. Вот такой вот маленький брелочек. И при этом это попыт. Он прям супер миниатюрный, ребят, посмотрите. И видно, что он очень как-то некачественно сделан. И как его тыкать? Он не тыкается. Да, какой-то он не очень у нас. Вот такой вот, в общем, брелок. Он стоил которого... 300 рублей, ребят. Да, вот эта вот шняга стоила 300 рублей, чтобы вы понимали, это сердечко. Но я не знаю, нормально оно или нет, на любителя. Ну, слушай, в принципе, нормально тыкается. Не-а. Нет, это другая сторона. А нормальная сторона тыкается. Видишь? Вот такой вот. Я хочу распаковать вот такой вот пакет, где несколько попыток разного цвета. О! Вот такой вот дельфин. Вау! И вот такая бабочка. Причем хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что этот попыт, во-первых, он очень хорошо тыкается, во-вторых, у меня на попыте изображены на каждой вот этой тыкалке бабочка. У тебя не изображен дельфин? У меня, смотри, на каждом попыте бабочка. Вау! На каждом попыте миниатюрная бабочка изображена. Прикиньте, очень красивые. Так, мы освободили наше поле, так сказать, чтобы было побольше места. Открывай следующий попыт, Полин. Так, я открываю голубое сердечко. Вау, оно хорошо тыкается, очень даже. Мне очень нравится такой цвет. Оно даже такого мятного больше цвета, да? Очень красивый цвет. Рай для ушей. Просто реально залипаловка. Вот такой вот красивый. Залипаловка. Да. Дальше у нас в виде флага России. Патриотский попыт. Да, реально, патриотский попыт. И он, кстати, очень качественно сделан. И тут у нас алфавит английский. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K и так далее. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, L, F, P, R, S, P. Поэтому тут русский флаг. Русский флаг и английский алфавит, ребят, что-то не состыковочка, мне кажется, какая-то. Ну ладно. Так, дальше полупрозрачный попыт, и мне кажется, он светится в темноте, ты не думаешь? Among Us. Да, это Among Us. Вау. Мне кажется, вот он светится, да. Я не знаю, светится он в темноте или нет, но он очень прикольного цвета такого, как будто светится. Полин. Короче, фиг знает, но вот такой вот попытик. Among Us. Ага, круто тыкается. Да, прикольный. Ну-ка, дай-ка нам это. Супер. Полине с короткими ногтями поудобнее будет. Вот такой вот есть попыт. Он вот такой вот единорожек радужный, который, кстати, тянется очень даже неплохо. Но этот не так тыкается. Ну-ка, на обратной стороне. Да, супер. Дальше вот такой вот, опять же, очень приятного цвета. У меня радужный Among Us. А у меня приятного цвета вот такой вот мятного квадратный попыт. У тебя опять Among Us? Да, а не Among Us, а Among Us. Among Us? Не шаришь. Видите, ребят, меня Полина обучает, как правильно говорить, что правильно делать.
Вау, попробуй вот этот проверить. Все, ребятки, мы настоящие попытеры с Полиной с сегодняшнего дня. Есть точно такой же синего цвета. Он вообще не тыкается. Как это не тыкается? Проверь он вот вообще... эту сторону. Да я все стороны проверила. Ну-ка, тыкается, как не тыкается. А вот этот? И у нас есть еще 1 килограмм слайма. Представляете? Сейчас мы с Полиной сравним вот этот килограмм слайма с килограммом слайма оранжевого цвета такой же фирмы. Итак, смотрим. Держи, Поль, открывай. Так, я распаковываю оранжевый слайм. Он намного лучше. Да? Да. Вау. Пахнет так же, как тот. Да, пахнет так же, как тот, какими-то фруктиками. Я сейчас достану весь этот килограмм слайма. На дне блестки. Давай попробуем потянуть. Вау, это как, это ниндзя, да, слайм? Купим, я короче, не шарю его. Вообще за это. Это офигенный слайм, ребят. Его прям целый килограмм. Я шарю только за Simple Dimple. Ага, это поп-ит. В общем, килограмм, вот такой вот огромный, просто оранжевый. Я предлагаю распаковать вот такой вот Simple Dimple в виде единорожки двойной. Давай. Вот так вот мы его распаковываем. Тут идет брелок, который нам не нужен. И попыт, который не тыкается. Simple Dimple, который нормально тыкается, ты чё? Да, неплохо так, в виде единорога, твердый, кстати. Дальше мы распаковываем вот такой вот попыт, радужный, в виде ромба. Я пока распакую синий попыт. Есть еще вот такой вот радужный попыт. У нас есть еще вот такой вот слайм, который светится в темноте. И он, кстати говоря, желтого цвета. Вот так вот он выглядит. Давай проверим его на материал. Вот, смотри, смотри. Так, Полина попытер. Давай откроем с тобой вот этот слайм, который, зачем, возможно... Зачем трубочка? Это что, пить? Трубочка, чтобы дуть в этот слайм, делать пузырьки. Ты чё, Полин? Вот такой вот. Его можно класть на стол и надувать из него всякие штучки. Класс, и, кстати... Нет, он пахнет лимоном. И причем видно, ребят, что этот слайм светится в темноте. Вот такой вот слаймик, очень приятного запаха. Есть дальше вот такой вот розовый слайм. У нас теперь будет с тобой коллекция слаймов. Так, сейчас я его распакую. Этот слайм пахнет уже поприятнее и пахнет тоже прикольно. У тебя на руке золотой слайм остался. Ой. Что, как тебе, нравится? Да, прикольно. Угу. Этот поприятней будет, такой вот розовый. На, пей. Ага, спасибо. Так, теперь я хочу распаковать такой же слайм, только он с запахом Кока-Колы, и я хочу это проверить. Трубочка, опять же, чтобы выпить. Пахнет прям колой? Да. Прям именно колой, ребят. Прям слайм-кола, прям 100%. Мне аж выпить захотелось этой Кока-Колы. Да. Как тебе материал? Ребят, он и помягче. Да? И покрасивее. И реально цвет Кока-Колы передали прям. Ну-ка, дай-ка. Да, конкретно у них очень получилось передать цвет Кока-Колы. Он не рвется, он очень-очень мягкий. И прям хлюпает так приятненько. Так, дальше я... Нашла вот такие вот слаймы в виде мороженок. Давай откроем. Давай. Давай один откроем. Эти остальные, ребятки, будут для вас. Слайм в виде мороженого. Полина один сейчас откроет. Так, мы его распаковываем. Предлагаю тебе пока что распаковать попыт. А где попыт? О, у нас осталось 3 попыта. 4. 1 Simple Dimple. И еще вот такие вот 2 Simple Dimple. Смотрите, вот эти я открывать не буду. Это тоже вам попадутся, потому что мы одни из уже открыли одного единорожика. Вот такие вот у нас есть 2. Голубой и белый. На самом деле очень сложно распаковывать этот слайм. Аж мне его реально захотелось уже проверить. Он немного помялся, потому что я его сложно распаковывала. По идее, типа, надо его смешать. Вот этот прозрачный, вот этот. Сейчас я сначала потрогаю вот этот слайм. Прикольный такой. Ребят, он такой мягкий, и он очень хорошо тянется. И его нужно будет смешать вот с такой вот прозрачной частью, которая как-то тяжело открывается. А, вот, вот так вот открывается. Вот такая вот она у нас, твердая. Да, ну это как слайм с маленькими такими, как их... Пенопластовые шарики. Да, пенопластовые шарики. Так, давай смешаем. Смешиваем. Держи, доверяю тебе. И сейчас мы это все смешаем и проверим. Мне кажется, знаете что? Продавался раньше, не знаю как сейчас, продавался пластилин, такой, который для лепки, который тянется еще. Ну да, я про него и говорю. Это и есть он, похоже. Он стал, ребята, очень рваться. Да нет, очень прикольный материал, но я все-таки склоняюсь к тому, что именно вот этот слайм этого материала высыхает. Да, он высыхает. Вот из него нужно что-то слепить, и все. И он просто-напросто высыхает. Распаковываем попыт в виде айскрима.
Он хорошо тыкается. И при этом коробочка не особо удобная. Но закрывается неплохо. В общем, из этого можно лепить, но это высохнет. Дальше у нас поп-ит розовый. Вот такой вот. Так вот он выглядит. И есть еще поп-ит в виде звездочки. Simple-dimple в виде сердечка. И, кстати, прикольно тыкается. Ой, ребятки, у нас еще имеется ниндзя-слаймы. Причем, посмотрите, сколько их много. Это огроменный набор ниндзя-слаймов. Вот такая вот огромная коробка, огромное количество, и мы эту прелесть с Полиной распакуем у меня в ТикТок аккаунте. Там мы постоянно с Полиной распаковываем всякие большие товары, так что обязательно переходите в мой ТикТок по ссылочке ниже и смотрите, как мы с Полиной открыли целую огромную коробку слаймов. Там их должно быть около 20 штук. Ну и посмотрите в завершении, ребятки, сколько у нас попытов тут. Попытерки! Мы настоящие попытерки, потому что реально у нас их очень много, у нас их огромная гора, и чтобы вы понимали, это только первая часть того, что должно прийти. То есть у нас есть еще дофига слаймов, их реально супер много. В общем-то, вот такие дела, это все, ребятки, я разыгрываю и раздам вам у меня в Инстаграме. Срочно после просмотра этого ролика переходите, подписывайтесь на меня и смотрите, куда же я дену все эти попыты. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, а мы говорим вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Мы распаковали слаймы и все остальное. Если хотите, вторую часть обязательно снимем. С вами была Полина Аракелян и Карина Аракелян. Всем попытеркам и не попытеркам пока. Пока! Simple Dimple!